После сильного роста мировые цены на нефть вновь пошли на убыль. Так, стоимость эталонного сорта Brent упала ниже отметки в $47 за баррель. Цена фьючерса на WTI также уменьшилась до $45 за баррель. По словам экспертов, черное золото дешевеет из-за увеличения добычи в США. Это усилило опасения инвесторов, вызванные ранее данными о росте производства топлива в странах ОПЕК. Плюс инвесторы тревожатся о том, какими будут результаты саммита G20 в Германии.